громкими аплодисментами. Итак, у нас сейчас идет профпоказа. Мы попытаемся успеть взять интервью у многострадального Алексея Морокова, которому не повезло. 2 года назад здесь он палец сломал, разгружая снегоход. И сейчас, ну, как тебе, собственно говоря, вот эта трасса неудачная, удачная? Что здесь? Почему причина? Ну, трасса очень крутая, но в какой-то момент что-то пошло не так. Я собирался обогнать спереди идущего и не рассчитал скорость, не долетел трамплин. Ну а дальше вы сами все видели. Ну а что у тебя случилось, собственно говоря? Какие последствия-то? Народ за тебя волновался. Ну, перелом 5-6 ребра с обеих сторон и ушиб 3-го позвонка. 3-го позвонка. Ну, в общем-то, врач сказал, будешь жить. Ну, жить-то буду, надо восстанавливаться сейчас до следующих гонок, успевай. Времени не так много. Для того, чтобы восстанавливаться. Ну, Алексей, хотелось бы пожелать тебе успехов твоей молодой спортивной биографии. В общем-то, расти большом, больше не падай, пальцы не ломай, когда разгружаешь снегоходы. Хорошо, постараюсь оправдать ваши надежды. Спасибо. Андрей, скажите, пожалуйста, кто же отсюда?